Всем привет! Сегодня мы снимаем долгожданное продолжение серии с видео о механике скиллов, да, механике статов, не скиллов, прошу прощения. Сегодня мы рассмотрим такие статы, как крит, парирование, уклонение, прочность. Этих 4 стата, я думаю, будет достаточно, чтобы видео не затягивать. В дальнейшем мы потом еще сделаем отдельное видео о смертоносности, дополнительном уроне и иммунитете. А сегодня пока только этих 4 стата. Сразу сначала мы рассмотрим именно сами статы, что они дают, а далее как они работают и взаимодействуют. Начнем с первого, да, это у нас крит. Крит увеличивает урон в 1.5 раза, как пишут нам разработчики, да, но это неправда, то есть он увеличивает урон намного больше. Кроме этих 1.5 раза, есть еще дополнительно 30% от хель, которая в эндо, у всех она в эндо стоит. И вот на 80 звездах кровавая бойня увеличивает ПВП мощь персонажа плюс 10 и также увеличивает урон критического удара на 30%. Но, как показала практика, урон критом проходит не то чтобы в 1.5, но иногда в 2 и в 3 раза выше. Во время крита игнорируются некие параметры противника. Не знаю, не могу определить какие, но неоднократно замечали то, что обычный удар идет 100-200 тысяч про монстром, скажем так, перекачанным. А монстром это я имею в виду персонажей перекачанных. И критом уже проходит 700-800 тысяч. Ну вот, то бишь крит довольно-таки сильно умножает урон, да, возможно от размещения тоже плюс 30% срабатывает, с основы плюс 30 с энда имеется в виду, и увеличивается урон. Дальше мы смотрим, у нас следующий стат, это парирование, чем выше показатель, ну естественно, тем легче парировать удар. Что такое парирование? Это снижение урона до 50%, да. То бишь противник у вас пишет парировано, да, и противник наносит половину урона, то есть не весь. Дальше у нас есть такое как уклонение, это полное уклонение от всего урона, ну то есть временного урона, скажем так, от одного удара. Но от магических скиллов увернуться нельзя. То бишь, дождь и мыша мага, они все равно наносят урон. От них нельзя увернуться. А также, по-моему, нельзя увернуться от ультимейтов. Вот. Дальше смотрим прочность. Чем выше показатель, тем сложнее получить крит удара, противнику сложнее парировать и уклоняться. То есть, это антистат первых троих. То есть, если у вас, чем выше у вас прочность, тем меньше парируется и уклоняется противник. А также, чем выше у вас прочность, тем слабее шанс крита по вас у противника. Далее мы рассмотрим, как именно работают эти статы. Все статы работают по одинаковой механике. Да? Она идет у нас средним значением. Да? Много спорили, с ребятами тестировали. Смотрите, у вас есть основа, также у вас есть эндо и экзо. Да, вот этих вот два, вот эндо и вот экзо. И берется суммарное количество этого стата, да, например, крит. То есть у вас берется основа плюс эндо плюс экзо. Допустим, у вас там 210, ну 210 я загнул, конечно, да. Ну, допустим, 180 тысяч. Вот, у вас крит суммарный на трех, то есть на основе и на двух присоединенных героях. Этот суммарный крит делится на количество живых героев, то есть на 3. То есть, к примеру, там у вас, скажем, 80 тысяч крита в основе, 70 у вас в эндо, да, и 40 в экзо, там 180 тысяч. Суммарный берется и делится на 3. То есть получается, при всех живых героях у вас средний крит 60 тысяч, среднее значение. Если убить экзо, на котором 20 тысяч, то у вас средний крит вырастет, он будет 75 тысяч, так как у вас на эндо 70, а на экзо, на основе 80 тысяч крита, а на эндо 70 тысяч крита. То есть суммарно 150 делим на 2, получаем 75 тысяч средний крит. То есть живым экзо у вас 60, без экзо у вас 75, а без эндо у вас уже 80 крит. То есть
Чем меньше остается персонажей при правильной раскачке, тем выше у вас крит. Ну, так как невозможно по-другому раскачать, вы не можете в экзон раскачать, там, к примеру, 80 тысяч крита. Если можете, то я просто рад за вас безумно, потому что это очень сложно на самом деле. То же самое берется у противника по прочности. Да, то есть у него берется суммарная прочность, которая делится на суммарно на количество живых героев. Как мы пришли к этому и при помощи каких тестов? Было тестирование, например, по сильным персонажам, когда два фулл героя полностью живых не критуют друг по другу. То есть, например, вот у меня мой персонаж, да, я беру, бью по второму персонажу, который очень прокачан, хорош, там прочность, все, и нет крита. Если он убивает мне экзо-героя, тем самым повышая мой средний крит на живых персонажей, уже без экзо я по нему критую. Убивает энда, я все так же по нему критую. Но есть другая тоже загвоздка по прочности. Почему тоже прочность берется среднее значение? Например, при фуловом моем герое, да, в 3 вот, живых, то есть основа энда и экзо, у меня среднее значение крита, грубо говоря, я цифры не озвучиваю, но, грубо говоря, это вот 60 тысяч, да. У него среднее значение там прочки на трех живых, скажем так, 100. Грубо, опять-таки грубо, 100 тысяч. Я по нему не критую. Потому как шанс у меня всего 60%, поэтому я по нему не про... у меня крит не проходит, грубо говоря. Но если я убью ему экзо, в эндо я уже критую. Но если я убью ему эндо, в основу не критую. Почему так происходит? Ведь в эндо меньше прочность, а в основе больше. И суммарно получается, изначально в трех героях 100 тысяч средняя прочность. Когда экзо-герой умирает, на эндо и на основу у него остается всего, например, ну, 65-70 тысяч прочности, так как в эндо практически мало кто качает прочность. Но опять-таки, убив эндо, мы получаем 130 прочности в основе, которые я уже пробить не могу критом. Соответственно, крит проходит только при моих всех фулловых героях, проходит только ему в эндо. В общем, очень много всего, да, запутанного, так он рассказал. Но суть в том, что берется среднее значение суммы на количество живых героев. Также работает и крит, также работает и прочность, также работает парирование и также работает уклонение. Далее, вот если взять среднее значение, например, у противника прочности 100 тысяч, а у меня, например, крита 60 тысяч среднее значение, то есть, соответственно, 100 к 60 мы имеем всего лишь 60% шанс крита. Если было бы 100 к 50, это было бы 50%, если 100 к 90, это было бы 90% шанс крита. Но это шанс крита только по статам. Далее мы имеем умножение. То есть, например, у упыря вот есть плюс 40% ульта, которая во время ультимейта добавляет еще 40% шанс крита. Это очень сильно. Почему и упыри так критуют? Дальше есть герб, который дает еще плюс 15% шанс крита. То есть, соответственно, еще плюс 55% суммарно мы получаем при использовании ультимейта. Вот. И почему вот и упыри, соответственно, критуют? Так шанс крита у них завышенный такой. То же самое там есть у магов, когда они дракона ставят. У дракона двойной шанс крита, к примеру. Вот. То есть, соответственно, по защитным статам прочность, она обязательно для всех. И ее обязательно прокачивать на основе и на эндо, и на экзо. Ее нельзя игнорировать ни на одном из героев. Везде ее нужно прокачивать. Даже эндо и экзо, они должны вровень, либо же даже на эндо больше прочки. По парированию уклонения, уклонение я, в принципе, советую всем сводить в ноль, не тратить на него ни силу, ни время, а максимально увеличивать парирование, потому что уклонение от магии не работает, соответственно, только парирование. И парирование нужно прокачивать везде. Тогда вы сосредоточитесь на одном стате, и вы сможете максимально его поднять в отличном количестве. То же самое по криту, например, магу крит не особо-то и нужен. Маг работает через плюс урон. Но это отдельная история.
принципе, резюмируем. То есть статы такие, как крит, парирование, уклонение и прочность, работает по среднему значению на сумма, разделенная на количество живых героев. Да? То есть старайтесь, чтобы у вас среднее значение было максимально выше. То есть если вы играете в количестве живых героев, да, то есть они нацелены на тактику, где вы теряете экзеэнды, и у вас остается одна основа, в которой вы все влили. Вот. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Также жду ваши комментарии.